Ведущего актера театра Ромео, сына известного певца, композитора, режиссера и поэта Петра Деметра. Григорий Деметр создал профессиональный коллектив, который вот уже на протяжении 15 лет радует своих зрителей профессиональностью и яркими выступлениями. Молодое поколение продолжает дело своих отцов. Николай Лекарев-младший создал замечательную группу «Подкова счастья». Встречайте, микс Григорий Деметр со своим коллективом «Шоу московских цыган» и группа «Подкова счастья» под руководством Николая Лекарева-младшего. Что, нашему братишке все-таки приглянулась та цыганочка в таборе Таган? Так пусть едет сваты. Один? А она на что? Мы же с детства вместе. Тогда в дорогу. В дорогу. Они песню запоют, и по степи счастливый смех прольется. Цыгане долго в одном месте не живут, душа в кочевье снова рвется. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Цыганка, что для сердца всех милей, в голове и днем, и ночью мысли только лишь о ней. Я заиграю на гитаре для тебя своей песни, очаруешь скрипку. Я влюбился в твои черные глаза, в твой голос милую улыбку. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Звон гитары пусть поет душа, скрипки, битки, счастью нет конца. Вдаль дорога за собой зовет, пусть она нам счастье принесет. Говорят, в вашем таборе роза алая расцвела. Так мы вот и хотели, чтобы лепестки в нашем таборе распустились. Как говорится, человек, у вас товар, у нас купец, а сюда мы молодец. А на короче, чавушки! А на, ну чавушки!
Артур Кринштадт!